Волнительный момент. Под аккомпанемент оркестра и светомузыку в индустриальном парке Ульяновского автомобильного завода открыли старт продаж автомобиля Solers Argo. Малотоннажный грузовик полностью отечественной сборки. На площадке УАЗа организовано производство полного цикла. Это подразумевает в том, что абсолютно все узлы теперь мы изготавливаем самостоятельно. Ранее нам кабина приходила собранная, и некоторые узлы были подсобраны. Сейчас все комплектующие приходят мелкими деталями, и мы производим полную сборку данных деталей. А именно сварку, окраску и сборку кабины – это основные шаги создания новой модели. На каждом этапе специалисты проверяют качество изготовления машины, что в конечном результате значительно увеличивает срок службы грузовика. Среди основных преимуществ данной модели – компактность, высокая маневренность и низкая высота погрузки, благодаря чему автомобиль может с легкостью въехать в центр крупных городов. Все благодаря своему весу, экологичному двигателю, который соответствует классу Евро-5. Кроме того, автомобиль имеет ряд модификаций под любые задачи и доставку грузов. Плановые мощности рассчитаны на выпуск свыше 10 тонн машин в год. Инвестиции в проект превысили 1 миллиард рублей. В этом году мы произведем более 2000 автомобилей, но нужно понимать, что основной упор в начале производства будет на качество продукции, соответственно, и дальнейшую глубокую локализацию, на которую уйдет практически весь следующий год поэтапно. Для этого компания задействует имеющуюся инфраструктуру УАЗа. Стратегия станет стимулом для роста объемов производства, создания новых рабочих мест и промышленного развития Ульяновской области. Если взять экономику этого года по сравнению с прошлым годом, то отрасль у нас, несмотря на те санкции, которые были введены в 2022 году, она развивается. Мы сейчас идем с ростом порядка 106% к уровню прошлого года. Если взять июль месяц, то мы приросли по автомобилестроению и по автокомпонентам на 32%, выпустили больше, чем в июле прошлого года. И это не предел. Сейчас в разработке новый совместный проект по производству первого грузового электромобиля. В основу ляжет Solers Argo. Как только подготовка к запуску будет завершена, его представят в индустриальном парке. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Ул-Правда, ТВ.